Отработка навыков на берегу Каспийского моря. Команда спортсменов из Сургута находится на учебно-тренировочных сборах в Дагестане. В нее вошли представители практически всех видов боевых искусств. Ребята готовятся к важным соревнованиям. Как все проходит, увидел наш спортивный корреспондент Дан Шугом, который побывал на одной из тренировок. Правой ручкой бьем кросс. Уклончиком ударили. Отработка ударной техники – одна из главных составляющих подготовки призера пениса страны этого года Нурсултана Курбанкулова. Теперь он готовится к пенисту мира по универсальному бою. Подопечный Александра Кучина также является победителем пениса Хмао-Югра, которое проходило в Тюмени. Больше упора делаю в борьбе. Я уже нормально борюсь так-то. И вот делаю нормальный упор сейчас в стойке, там в боксе. И ноги надо еще этот. Ногами плохо чуть бью. А вот Амира Курбангалиева является победителем Хмао-Югра по кудо. У нее есть успехи и по кикбоксингу. Ее копилки – третье призовое место на пенсии Уральского федерального округа. Есть в борьбе удушающие и болевые. Удушающие – есть самый популярный удушающий – это на шее. Болевые – рычаг на руку. На ногу болевой есть, треугольник есть. Тоже люблю этот болевой. По словам Александра Кучина, президента Федерации Хмао-Югра по универсальному бою и тренера, в Дагестан они стараются приезжать каждый год. По его мнению, Дагестан – лучшее место для проведения учебно-тренировочных сборов. В составе его команды есть победители и призеры по смешанным единоборствам и по боксу. Такой плотный календарь, мы очень много выступаем, наверное, столько не уступает никто. Мы занимаемся смешанными единоборствами, поэтому мы обязаны владеть техникой разнообразно, и борьбой, и ударной техникой, и борьбой в партере. Спортсмены из Сургута приехали по приглашению Магомеда Тагира Эскендерова, вице-президента Федерации грибного спорта Дагестана. Уже в конце этой недели они ждут мастер-класса от чемпиона мира по боевому самбо Икрама Алискерова. Дан Шугом, Паризат Курбанова, Время новостей, Карабудакенский район.